Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Pro Games. Мы с вами продолжаем. Так, такси тормози. О, сейчас нас довезешь до... До кого бы нам доехать-то? До Рэя? Или... Не, давайте добьем квест с Джерри. Потому что там война у нас с семьей там начнется. Мы же сагрили вроде семью, да? Итальянскую с болгарскими. А Джейкоб вовремя позвонил. Что там у тебя, Ростер? Время перекусить найдешь? Так какой перекусить? Некогда. Нет, сейчас не могу. Ничего, братан, когда освободишься, дай знать. Ты серьезно, ты, блин, такси профукал тебя. Да. Вот перекус, что, один перекусить не может? Конечно, понятно, что там, типа, отношения надо поддерживать, но там вот этих отношений там... Скажи, оказывается, толку-то ноль. Мне об этом написали подписчики. Коль, можешь не париться даже. Вот мы приехали, чувак, выходи. Так, а что, опять через задний двор? Нет. Через главную. О, вот и он. Кейт. Утонченный еврогейт. Я ничего об этом не знаю. Ну, как ты? Да ничего, нормально. Кейт! Не говори, как это было мило. Пригласи его войти. Хоу, заходи. Мам, помнишь друга ребят? Нико, как твои дела? Мои хорошо, а ваши как? Ну, скажем так, мои сыновья вышли из-под контроля. Дочь никак не может найти себе мужика. А муж горит в аду. Да уж, пути Господни неисповедимы. Отличная у тебя мама. Такая оптимистичная. Нико! Ты сделал это, а? Ладно, оставлю вас наедине с вашими мужскими разговорами. Надеюсь, вы будете довольны друг другом. Эй, посмотри на меня. Да. Да. Чё я так и думал. Присматривается. Ты отлично справишься. Справлюсь с чем? Кое-какая грязная работенка для клана Пегорино. Я им должен. Оу, прошу тебя, я бы сам ее сделал, но мне кажется, что за мной следят. То ли копы, то ли еще кто-то. Чувствую еще чуть-чуть, и меня опять возьмут за жопу. Черт, правда? Да, такое и раньше случалось. Я постоянно вижу, как за мной следит одна и та же машина. Это означает лишь одно. Кто-то разговорился, значит, нам нужно выяснить, кто это, и заткнуть его. А пока что я займусь делом поспокойней. Так что, мне нужна твоя помощь. Ладно, ты хорош. Пойдем, я кое-что тебе покажу. Пегорино вообще призабавный парень. Похоже, больше всего он хочет поставить свою бригаду Гернси на равных с 5 старейшими семьями. Анчелотти были самыми слабыми, поэтому он решил хорошенько встряхнуть их. Сейчас Анчелотти заключили непростой союз с какими-то албанцами. Они используют их в качестве наемников, головорезов, вышибал. Но я понял. В общем, так же, как итальяшка Джинни использует нас. Так что твоей задачей будет переодеться албанцем, после чего поедешь и грохнешь Фрэнки Гаронне, давнего главаря Анчелотти. Ясно. Каким албанцем? Албанцы, я в Болгарии там, блин, назвал. Вот этим. Кто там, трупак, что ли, башкач? О, трупак. Майном теперь албанец, да? Чего, мотоцикл? Окей, покатаемся сейчас на мото. На мото хорош. Паркур. Не могу дождаться этого дня. Нормально. Здорово, пойдет. Так, обязательно шлем. Безопасность так, превыше всего. Включаем фары. Поехали. Интересно, нам покажут ту войну итальянцев с албанцами? Или мы будем в ней участвовать лично? Надеюсь, ни одна скотина меня не подрежет тут. Вот. То NPC это любит делать. Это просто смешно уже. Подрезать друга. Вот вот что творят, а?
почему так долго? Блин. Так, ну хорошо, шлемим. Где мой мото? Да какая машина-то? Мото бери. Бегать туда-сюда. Обалдеть. Я его задрал, блин. Как еще не перевернулся. Так не кричим тебя, за кем-то нас следовать, следит. Черный Тони всегда поступает с людьми так, как они этого заслуживают. Что за херня? Дело определенно пахнет войной. Понятно, вот завалить придется. А у него байта куча. Я его бай хочу себе забрать. Карин, ты кого творишь-то, алло? Он гранат кидает? И Карин, это опасно? Да, он гранат кидает. Как стрелять, я забыл. Вспомнил. Ты чё тут хуи-то наматываешь, алё? Нормально, такси людей сбивают. Вот таксисты тут обезбашены, кстати. Они подрезают, людей сбивают. Так, Карина, ты куда уехал-то? Это я его не вижу. А вон он. Эй, какого фига меня занесло тут? Дорога-то ровная, не мокрая. Блин, писец, сейчас убежит же. Уехал. Нафиг ты шлем снял? Я когда байк, я тогда на ним гонял. Мне не понравился. То же самое, значит. О, заносит, блин. Народ на дороге, блин, эти таксисты тут еще подрезать собираются. Так, прокиснуться. Фига то, поехал. Он сейчас тут зигзаги наворачивает. По задам гоняет, да? Так, сейчас на этом повороте его встретим. Так, ты долго там будешь кататься, там, может, не припаркуешься уже там? Ну, к братве, может, своей приедешь. Я вас текущно завалю и дальше пойду. О, какой-то эпичный трамплин тут был. Вот опасно было прыгать на нем. Походу, кто-то тут разбился, да? А нет, казалось. Тут думать, я думал, это он там разбился. Народ, пика. Ну серьезно ты крым, мотоцикл. Я перелетел, блин, я хотел завалить его. Да что тебе так заносит? Асфальт-то не мокрый же. Блин, тормоза вообще ни о чем, этого байка. Управляется он так себе.
Не, у него байк явно покруче Фиата. На такой скорости в повороты входит, блин. Тормоз офигенный, ну ты что творит? Опа, и все. А я ума! Сальто тут делаю. Ай, говно. Куда ты прёшь? Байк догоняет. Подвинься, хуан, какая сырная. Блин, он сукин сын, он, блин, что творит-то? Он круги наматывает тупо. Тролль, что ли, у нас? Или он на мост заехал? Он на мост заехал, пиздец. Все, короче. ГГ. Да не говори. Пикарину, блин. Ой, что, все заново прямо отсюда, что ли? Тут, конечно, сохранялки вообще убогие, блин. Самый убогий вверх. Какое говно, блин. Все заново повторять, заново ехать, блин. Дрочиться, блин, да там. Что за задержка, а? Все, на таком байке, блин. Не обязательно мне байк брать. Можно я ему возьму на машине, нормально доеду. Обязательно, да, мотоцикл, блин. Мотоцикл говно, блин. Неуправляемые. Никто в этом не понимает. Проверял кнопку. А пусть стрелять. Пробую с самого начала его завалить. На таком байке ехать и стрелять это еще то, блин. Испытание будет. Так, сейчас грибаный NPC мне тут будет подрезать, да? А если я по краешку поеду, он не будет все поворачивать. На этом байке в повороте страшно входить, блин. Аж что, в любом моменте я могу занести, блин. Развернуть и выкинуть. Чуть не вписался, блин. Ублюдок, мать твою! Пропускаем. Ну как ты фига, блин, трупак. Ай, падай, сукин сын. Да как ты не упал-то, блин? Бля, дерьмо какое, как... Всего, блин, защитил, блин. Оставай. Ой, пиздец, еще в текстуру залез. Чего, игра провалена? Че же говно? Чего? Подох? А чего подох? Жизнь, блин. Опять, значит, броник нахер пропал куда-то, блин. Когда, блин, игру, блин, просто перезагружаешь, у тебя, оказывается, броня, броника нет уже. Это уже говно, блин. Иди, кусок дерьма. Дайте другую байку, ну что это говно, блин. Можно выкинуть его, а? На машине, блин, ну сесть на мотоцикл. Сейчас. Да, блин, надолго мы тут. Каким управлением, с
Я там им колеса прострелил, всю спину прострелил. И похер, он едет, гранат кидает. Самый будем байк в этой игре, блин. Может, на других байках катался, тебе вообще здесь, блин. По управлению, по всему, эй, это просто дура бешеная мотоцикл. Или там, может, скрип какой-то, может, его нельзя убить? До последнего за ним кататься, что ли? Ублюдок, мать твою! Чёрт. Наконец-то ты упала. Ловушка, блин. О, фига, ты сразу не сдохла-то. Анчита. Мангарита, блин. Звони давай. Так, я тебя с этим говном байк выкину, тот возьми. Фрэнки Гарона отправился кормить рыб. Все, кто видел нас, скажут, что здесь был замешан албанец. Отлично сработано. И правда отлично. Я расскажу об этом Джимми Пи. Если мне что-нибудь от него перепадет, я впишу тебя в долю. Хотя я не знаю, долго ли мне еще быть на воле. У меня такое ощущение, что копы в любой момент могут постучать в мамину дверь и упрятать меня за решетку. Удачи тебе, Джерри! Да, спасибо. Ох, если я загреблю штырягу, присматривай за моей семьей. Вот это байк. Это такая жестокая нация. Ну, пиздец, я сочку добью. Нормально все. Не развернул, блин. Перевернул, так, поехал. Закупался. Шопится по бронежилетам. Ну, товарищ, а, твою мать! Ну, то есть поворот вообще входит в поворот, да, сильненько так, плавненько так. Чёрт! Вась. Тебе нравится на меня смотреть, да? Боги. Привет, не нарывайся на неприятности. Хорош, что здесь читать там. Так, у нас там мамочка, да? Купаем. РПГ в продаже нету, так, патрон надо? Не надо. Сюда надо. Отлично. Увидимся, братишка. Мы уже будем двигаться. Ой. Это уже чересчур. Привет, Ника. Рэй, присаживайся. Спасибо. Что ж, похоже, ты совсем справился. Да, я ценю это. Не. Я приглядываю за своими друзьями. У меня много друзей, очень важно. Джимми Пегорино — особенный друг. В той или иной степени. Эй, привет, малышка. Привет. Боже мой, дерьмово выглядишь. Что стряслось? Ничего, я еще не ложилась.
торчала от кристалликов. Что ты делала? Ты что, совсем сдурела, идиотка хреновая? Наркоманка несчастная, какого черта ты делаешь? Не приставай ко мне, ладно? Я сейчас сдохну. Хорошо. Эй, эй, эй! Ну что еще? Я просто переживаю. Ты ведь знаешь это, а? Да, я знаю. Ладно, а теперь вернемся к нашим камешкам. Да, они у них. Они оставили их где ты велел, потому я и приехала. Нальет мне здесь кто-нибудь чертов кофе? Да, пожалуй, немного кофеина тебе и впрямь не помешает. Я, блин, сейчас с ног свалюсь, придурок. Мне правда хреново. Ладно, как скажешь. Нико, мне нужно, чтобы ты пособирал для меня кое-какой мусор. Мусор? Да, ты же хотел попробовать себя в сфере утилизации отходов, но вот и шанс предоставился. Нальет мне здесь кто-нибудь чертов кофе. Какой еще мусор? Мусор с кучей бирюликов внутри. Сегодня? Отправляйся на Фалдер-стрит между Коламбус и Денвер. Там тебя будет ждать грузовик. В нем будут трое парней. Все мои хорошие друзья. Главного из них зовут Лука. Поезжай туда. Ладно. Эй, малышка, иди сюда. Скоро все закончится. Заставь меня бросить курить эту штуку, Рэй. Твою ж мать, я же просто убиваю себя. Лука? Да, а ты Нико? Это Тунец и Джонни. Тунец, Джонни, Нико. Привет. Итак, теперь мы все друзья. Тунец, Джонни, у вас есть спецодежда. Залезайте туда и собирайте мусор. Давай, пошли. Нико, вот твоя экипировка. Ты за руль. Все окей? Погнали. Первая остановка – китайский квартал. Вперед! Выходит, кто-то выбросил кучу бриллиантов? Можно и так сказать. У Рэя есть подружка-наркоманка. Ну да, девчонка-байкерша. Ты с ней встречался. Да, она довольно плотно торчит. Рэй замутил с ней, чтобы она подбила своих дружков свистнуть камешки у владельца какого-то клуба. А в дружках у нее ходят пропащие. О, по-моему, с одним из них мне приходилось встречаться по работе в Бохане. Его вроде Джонни звали. Тунец! Вот оно! Хватай мешок! Можешь открыть кузов, Ники? Есть, пойдем. Так, следующая Хематит Стрит. Давай туда, Ники. Эти байкеры чё, так обширялись, что сами выбросили брюлики? Не, просто походу у владельца клуба связи больше, чем у президента. Он и с Анчелотти дела мутит, и с норвудскими доминиканцами, со всеми. Рэй придумал все это, чтобы снять с нас подозрения в ограблении. О, как. Теперь вся ответственность за это дело будет лежать на байкеров. Не самый легкий способ достать эту фигню, учитывая, что мы не хотим привлечь внимание. Да, мы с Тунцом говорили это еще до вас. Мы ведь говорили, велика вероятность того, что все пойдет не так. Мешок может порваться. Бриллианты запросто могут пропасть. Вот почему мы будем особо осторожными, правда? Мы ведь не хотим, чтобы это произошло, так? Разумеется, нет. Ты же знаешь, как разозлится Рэй, если узнает, что хоть один бриллиант пропал. Что, взрывной характер? Ты, блин, издеваешься?
Пару лет назад управляющий одного из его перерабатывающих комбинатов стал зажимать прибыль. Так Рэй взял и переехал его на самосвале. В какой-то момент крики бедняги затихли, и всем было слышно, как ломаются его кости. Ох. А потом, как лопнул его череп, я чудом удержал завтрак в себе. Мило. Вот еще один. Тунец, хватай его. Черт, друг, похоже, у нас гости. Вот дерьмо, кто-то нас раскусил. Пора рвать отсюда ноги. Гони в южный рыбный квартал. Эй, походу, на этом грузовике мы далеко не уедем, а? Оу, придется тебе постараться, дружок. Мы не можем упустить эти камешки. Как-то не хочется, чтобы Рэй оторвал мне яйца, лишь потому, что этот грузовик показался тебе недостаточно быстрым. Я не сказал, что это невозможно. Я только заметил, что это будет непросто. Вытащи нас отсюда, Ники! Срань господня! Ты меня угробишь! Черт тебя дери! Эй! Нам с психом это не очень нравится. Нельзя допустить, чтобы хоть один из этих мешков порвался, Ники. Это уже не смешно. Черт, Ники, избавься от этих мудаков. Давай-ка там с нами полегче. Вытащи нас отсюда, Ники. Сзади никого. Ты отлично водишь. Осталось только довести камешки до дома и в целости и сохранности. Вот мы и на месте. Молодец, Ники. Отлично ты водила, Ники. Я в этом только что лишний раз убедился. Как они нас нашли? Я думал, мы тщательно все спланировали. Комментировать даже ничего не охота. Когда такие проблемы с текстурами происходят. Каждый, кто про них узнает, хочет ими завладеть. Чего же игра, бля? Мы привлекли внимание. Хочешь, чтобы я отвез камешки Рэю? Не, мы с Тунцом сами о них позаботимся. Сперва надо будет выбрать их из мусора. Я очень надеюсь, что мы ничего не потеряли по ходу. Уж больно нас сильно трясло. Это точно, Лука. Будем надеяться, что нам удастся найти их все. Увидимся, Ники. Оптимизировать под мощную компьютер, блин, эту игру, блин. Все перепробовал, нихера не помогает. И с файлами шаманю, и прописывал там в блокнотах, что только не делал, блин. Один хер, все одно и то же. Пропадает все. Груз у бригады Луки, Рэй. Все это, скорее всего, из-за SSD. За ними. Они ничего походу оттуда не стащили? Что, может, я не знаю, Рэй. Если не доверяешь им, взвесь нет камешки. До скорого. Зря, походу, я установил эту игру на SSD, блин. Надо было на обычный диск ставить. Ладно, блин, с текстурами пиздец. О, алло, привет, как? Вот не знаю, если я игру удалю и заново установлю, только на обычный диск. Сохранения они слетят или нет? Тоже как-то рисковать-то неохота, блин. Так, ну что, с Рэем, еще до сих пор появился. Так, ну Джерри вроде пока отвалил, да? С Фрэнсом надо разобраться. Что он там, интересно, хочет встретиться на отшибе-то опять. Так, у нас тут Рэй, и потом ехать туда. Дерек. Надо с Кейт еще замутить. Позвонить ей, на свиданку сводить. С Романом тоже затусить, что-то они пропали, блин. Джейкоб просил тоже, Брюси тоже просил.
Хотя с ними можно и не париться, и не звонить им. Это никак на сюжет не влияет. Все, игра сломалась. Ладно, друзья, давайте здесь с вами остановимся. А продолжим в следующей серии. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал ProGames. Ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.